сейчас поступает первая европейская реакция на признание Москвы народных республик Донбасса. Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2». Санкции против российских банков анонсировал Евросоюз. А Великобритания уже вела ограничения в отношении нескольких россиян и банков, которые ранее уже были в санкционных списках. Любопытная сегодня реакция самой Украины, которая пока звучит крайне невнятно. Масштабное санкционное наступление на Россию началось со стороны Германии. Что случилось? Почему все это происходит? И федеральное правительство все-таки приостанавливает сертификацию совместного газопровода «Северный поток-2». Сертификация «Северного потока-2» будет остановлена. Я сам поручил Минэкономике Германии обратиться к немецкому регулятору, что является необходимым шагом для отмены сертификации. Последнее слово за немецким регулятором, но атака уже со всех сторон. Борис Джонсон предлагает резать по-живому. Мы должны уйти от этой зависимости, в том, что мы перерезали пуповину, отделили себя от северного потока. Для причастных к проекту германских политиков это очевидный удар по самим себе. Хватит ли здравого смысла, чтобы не давать никаких военных ответов? Донбасс напрямую просит Киев отвести войска. Но Зеленский продолжает с ними играть не то в обиженного, не то в молчанку. Мы с ними не общаемся, мы не понимаем, кто это. Их язык до Киева доведет. Да? И, э, к сожалению, ну, по логике, оказалось, что так и есть. Мне плевали в спину все, что Путин нет, что ты что-то нам ну, опять про Путина рассказываешь. Меня и в шутку, и всерьез редакторы телевизионных каналов, всяких программ говорили, ну опять это нужда опять будет про Путина, про Россию, посмотри, тут такая коррупция, тут вот это, вот то, пятое, двадцатое. Вот. Я как дурак твердил, что Путин обязательно нападет. И вот сейчас мы наблюдаем, ну, полшага, шаг до масштабного нападения на Украину, что мы сейчас вот в данный момент, когда это происходит, можем сказать, что Путин завершил все свои, все свои такие как бы предварительные ласки, как то признал ДНР, ЛНР эти, как то обратился значит, в Совет Федерации, который, естественно, тоже, как, как и в этом случае, проголосовал за то, что войска могут быть использованы на территории других стран, и Путин на голубом глазу, как такая спокойная такая тетушка такая, внуч, внучкам пояснила журналистам в Москве, а что тут такого? но ну, мы же, это же мы должны были такое постановление принять в, в Сенате. Но ну, в каком Сенате, прости, в сайте Федерации, когда-то в Сенатом называли. Ведь у нас же есть по военному сотрудничестве, ну, как бы это логично, то есть спокойно, то есть ничего не происходит, это ничего не значит. Вот, а на самом деле это, конечно, все вранье, потому что ничему что он говорит верить нельзя. Вчера он обманул Макрона или позавчера. Сначала говорил, что не будет признавать никаких ЛДНР, вечером признал, сделали эту постановку с этими трясущимися его посипаками и так далее и так далее. Вот. Я могу только одно сказать. Я как дурак, как, как, идиот, наверное, не знаю, как меня еще можно назвать. Вот я с самого начала, как только началась аннексия Крыма, я начал писать и россиянам, и украинцам, и всем, кто меня понимал, к чему это все идет и к чем все это закончится. И у меня есть видео трех с лишним давности, которое называется «Путин обязательно нападет». Да не смотрите его уже, смысла нет. Как будет уже, так и будет. Вот. Просто у меня в голове всегда был довольно стройный как бы логический ряд в отношении поведения русских, России. Вот, поэтому Путин может и не напасть широкомасштабно, как мы представляем себе в худшем виде. Вот, а может и напасть. То есть все в его руках, все в его в голове. И это главная как бы аналитика, главная база аналитики любой по России, по Путину. Это не пытаться влезть ему голову, в его голову, а предполагать худшее. Вот. Меня называли радикалом, не журналистом, пропагандистом войны называли меня. Это понятно, русские либеральные всякие вот это перхоть, да, но их под ним подпевали и поддерживали и до сих пор поддерживают украинские многие журналисты, которые тоже считают, что то, что я говорю, это не журналистика, это здесь не представлено другого мнения, там, ну, о том, что вот, ну, то есть брехни нет, да, то есть стандартная журналистика во время гибридной войны, это когда есть правда, о а чем даем слово лжи, да, то есть в мед добавляем деготь. Я считаю, что мои зрители и слушатели никогда не заслуживали такого к себе отношения, да, я ни в чем, ни ни, 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 что, ни во что не подмешивал, говорил то, что видел, исходя из своего жизненного опыта, представления о правильности, там, об общественной пользе и прочей ерунде которые, ну, как бы, многим кажется лишней. А мне кажется, что совсем не лишняя. И вот мы выходим на финишную прямую этой логической драмы под названием «Российский рейх», «Русский рейх», вот, который, конечно, будет разрушен. Вопрос только, какими силами, средствами и за какое время, и какой, какой людской ценой в самом худшем виде это новая мировая война, которую Путин может спокойно привести в мир. Ну, вот он уже показывает, что как бы и про ядерное оружие заговорил и про все. Вот, поэтому, дорогие друзья, что я могу сказать? Я вам очень признателен. Я знаю, что вы то никогда иллюзии не питали, просто не то, что обидно, иногда обидно, что ты не смог всего сделать, что обязан был, и грустно смотреть на людей, которые, может, не сознательно может, сознательно мне в вот этом мешали. Например, года три назад, наверное, по 16-17 году, уже о, 5 лет уже, где-то уже или года 4-5, меня практически прекратили приглашать на украинские телеканалы. Причем практически на все, но за редким исключением, не буду кого, про кого-то говорить, но чуть-чуть иногда бывало, вот, э -э приглашали. Однако за спиной я знаю дежурные редакторы, крутили висками, там все гостевые. Говорят, ну он же это чокнут, и он все время про Россию говорит про, про Путина. Нам что до этого дела есть, что ли? Мы тут и ничего не знаем, не следим там ни зачем и так далее. Вот, не нужен он тут такой скучно. Хотя, мне кажется, я всегда говорил не скучно, и нет, не думаю, скучного выступления. Но просто, видимо, видимо, шуфричи интереснее, вот это драматизм, тут дешевые спектакли вот эти. Я не осуждаю Бутусова и не приветствую эту историю, потому что она не про то. Потому что Шуфрич туда не сам пришел. Вот эта система, система оболванивания украинского народа, разжижения общественного сознания, подмены смыслов с главных на второстепенные все эти годы занимались практически этим. Ну, что могу сказать? Ну, сейчас уже, наверное, политичных нет, как моя подруга, которая сегодня по центру города гуляла, и говорит, так, слушаю разговоры людей, да, и что-то как-то, что-то как-то о а политичных не стало разговоров, как-то все говорят об одном и том же, как-то вот всех это немножко мобилизовало, да, вот, но вообще все это один большой фейк, я почему-то свой пример привожу, потому что я его 100% знаю, и я можно, могу про себя рассказать, вот как оно было, да, как а от моего мнения отказывались сначала громадское телебачение, потом такое секое, пятое, двадцатое, вот. Оно, в принципе, мне-то даже и выгоднее, потому что э, больше людей на мой YouTube-канал заходили, смотрели, тут какая-никакая есть монетизация, потом появился Patreon и так далее. Вопрос не ну, в этом, нет. вопрос в том, что я всегда хотел, чтобы меня слышало больше людей, ну, потому что я не для себя это все рассказывал, вот. Мне-то оно это не надо, да, поэтому, что я могу сказать, я очень недоволен, что все случилось именно так, как я прогнозировал, ну, кроме последнего может, шага, может быть, он не случится, но готов к нему надо быть, Однозначно, все к этому готово, к последнему шагу, вот, фактически, лишь какое-то внешнеполитическое чудо может спасти Украину и Европу, от того, к чему ее приговорил русский фюрер, как я его с самого начала называл, мне тыкали мне тут со всех сторон. Ну ты же профессиональный журналист, там как ты можешь так называть? Это не принято, это неправильно там, и так далее. Я говорил, прекратите ругаться из-за херни всякой, давайте обсудим реальную угрозу. Нет, ну что ты, у нас тут свинорчуки, заграты, там, ток-шоу, Денис Бигус, нога на ногу, там, все дела. Вот, что, что, выборы, да, какие-то выборы, там, да по Объявляли украинские общественные деятели, там всякие, им сторила толпа, да какая разница, ну никакая, никакая разница, вот такая вот разница, такая разница, причем я, когда э, говорил, что э, надо выбирать, я же очень по-журналистски себя вел. Я не называл там, за кого надо голосовать, за кого не надо, я проводил критерии. Вот м, критерии простые. М, как бы в таких условиях военных радикально власть не меняют. М, прислушиваются к главному, к внешнему контуру да, к тому, держит внешний контур, э, власть или не держит. Вот, поэтому, когда прозвучали слова Зеленского, слава богу, он давно уже этого не говорит, но прозвучали слова о том, что надо просто прекратить стрелять, вот, и там заглянуть в глаза, я понял, что ну, не соответствует своей должности совершенно. Пытался на это обратить внимание публики. Ну, наверное, не я один, но я это делал, мне кажется, наиболее корректно, что посмотрите, вот значит, да, меня пытались дискредитировать. Вот, вот, короче, тут пишет Олег Рагуль. Айдер, мои знакомые, гадавшие вы про российские. Але швейцар швейца. Швейца, когда побачил вас в эфире, подписался на вас. Ну, вот это результат клеветнических компаний, которые русские против меня заказывали через местную агентуру. Это результат а, деятельности ряда украинских журналистов, которые писали клевету про меня, а, я даже вспоминать не хочу. Распространяли ее, пересылали друг другу. Вот посмотрите, какой муж добавил, смотрите. Он агент ФСБ, там, или агент чего-то еще, там, или агент еще чего-то, да? <связывая> вот. Ну, что я могу сказать? Да ничего я не могу сказать. Потому что то, что сейчас происходит, это... Это, к сожалению, то, что было видно с самого начала. И особенно печально было наблюдать за этим в период разжижения сознания украинского общества. Потому что ну, сейчас, конечно, Сейчас, конечно, общество более сплочено, но оно должно было быть более сплочено. Конечно, бесполезно было объяснять кому бы то ни было, что вот строить дороги — это все-таки номер два, да? Это дело хорошее, конечно, но по ним могут поехать танки. Поэтому надо увеличивать в разы армию, надо строить уникальные ПВО. То есть эти годы должны были быть использованы, конечно, по другому. Наверняка что-то сделано хорошее при этой власти для армии. Я просто не знаю, я не эксперт, я просто не видел что что краеугольным камнем политики была не война, которую я просто видел совершенно как, ну не как Кассандра, наверное, но просто из-за логики.